Ансамбль «Песни и пляски Северного флота», служащие между собой называют творческим экипажем. Их победы значат не меньше, чем любые другие успешные учения. Поэтому после похода их встречают традиционным жареным поросенком. Каждый состязается в своем виде подготовки. Летчики состязаются в нанесении ударов по наземным целям. Моряки состязаются в зависимости от класса корабля. А творческие коллективы состязаются между собой. Кто в танцах, кто в песне. В данном случае это победа коллектива, это победа Северного флота. Это уже вторая победа северян на всеармейском конкурсе. В этот раз они привезли не только гран-при. Руководитель ансамбля получил первое место в номинации «Лучший режиссер-постановщик». Александра Клепцова, ТВ-21+.